Новая 12-я прививка в национальном календаре профилактических прививок. В Вологде началась иммунизация детей против пневмококковой инфекции. 18 тысяч доз новой вакцины уже поступили во все медицинские учреждения города. Подробнее расскажет Юлия Савинцева. Вакцина «Превинар-13» 18 тысяч доз уже ждет первых пациентов. Доктора прививают детей первого года жизни, ведь именно малыши являются основной группой риска для пневмококковой инфекции. Эту прививку врачи ждали долго. Она вошла в национальный календарь профилактических прививок в 2014 году. В медицинские учреждения области вакцина поступила в декабре прошлого года. Но начать иммунизацию детей помешала эпидемия гриппа и ОРВИ. Теперь болезни отступили. То эта иммунизация, она действительно долгожданная. Мы находимся с вами на территории Северо-Западного федерального округа. И у нас традиционно уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом и пневмониями выше, чем по Российской Федерации. И это обусловлено длинными зимами, да, благоприятными условиями для циркуляции возбудителей. Ежегодно пневмонии в Вологде болеют около 500 детей. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Бывают случаи с серьезными осложнениями – менингиты, отиты. Вакцинация, которая поможет защитить малышей, начинается с 2-месячного возраста. Вторую прививку детям сделают в 4,5 месяца. В год и 3 месяца необходимо будет провести еще одну ревакцинацию. Соблюдаться должно быть неукоснительно то правило, что интервал между первой и третий должен быть не менее 4,5 месяца. Дети на втором году жизни должны будут привиться двукратно. Это так называемая догоняющая вакцинация. Начиная с 3-летнего возраста, достаточно одной вакцинации от пневмококковой инфекции, чтобы защитить ребенка. Опыт применения вакцины сегодня достаточно широк. Уже 39 стран мира ввели в национальный календарь пневмококковую иммунизацию. Как результат, на 70% снизилась заболеваемость пневмонии. Прививку в Вологде в этом году сделают примерно 9 тысячам детей. Юлия Савинцева, Максим Тышковец, Вологда, Портал.